Здравствуйте, меня зовут Кристина Шнайдер. Живу я в Германии. Мне 33 года, и художеством я увлекаюсь профессионально 2 года подряд. Точнее, в 2021 году меня впервые признали художницей в музее в Люксембурге, в Пинотеке. После этого я участвовала в конкурсе Golden Time Talent, и в декорации я заняла второе и третье место. Именно поэтому меня пригласили в этот раз принять участие в Golden Grand Art Contest, чему я очень рада и благодарна. Издательство моей данной работы пришло мне в голову, когда одна из моих клиенток стала беременной. Оно называется... Мое изделие называется «Чудо». И «Чудо» изображает луну, которая олицетворяет женственность и принятие и материнство. И на фоне луны образована беременная женщина, которая выносит дитя. Именно дитя и означает ее шедевр. Именно оно означает чудо, это как бы своя жизнь, своя личная вселенная, которая растет именно в ней. И зеркала на изделии, на моей картине говорят о том, что каждый зритель, кто обратит внимание на это художество, увидит зеркало себя, увидит в зеркалах себя. И хотелось бы напомнить о том, что каждый из нас чудо. Любите себя, принимайте себя, восхищайтесь собой.